Бани. Спасибо тебе. Я так счастлива. Как вы уже поняли, это я приходил к вам во сне. Должно быть, вы сердитесь на меня за это. Простите. Это твоя прекрасная мечта. Я вижу, какая у Мамуру счастливая улыбка, когда он с тобой. Бани! Неужели ты на них не сердишься? Нет, конечно. То, что они сказали, правда. У меня глаза на мокром месте, и я иду на поводу у других. Тем не менее, я думаю, что была права. Даже если Сатурн несет разрушение, как вы говорили, у нас одна судьба, потому что мы звездные войны. Думаю, нам не стоит встречаться. Мне кажется, ты чересчур горячишься. Класс, защитите маленькую леди. Я не могу оставаться с ней. У меня нет сил, чтобы защитить ее. Обещаю, я сделаю все возможное, чтобы защитить ее. Защищайте свою принцессу и оставьте нас в покое. Я не могу перевоплотиться. Под воздействием темного кристалла твой серебряный кристалл висит. Темный кристалл? Наполненная мощью темного кристалла, эта комната поглощает любой вид энергии, даже энергию серебряного кристалла. Нет! Это всего лишь кошмарный сон. Нет, мне сказали, что ты умрешь. Значит, это ради меня ты притворяешься равнодушным. Не обращай внимания на сон. Сначала я пробовал забыть о нем, но он мне снился каждую ночь. Теперь я верю в вещи и сны. Они предсказывают наше будущее. Я совсем не сильна. Например, если я лишу сегодня сесть за уроки, я могу забыться и начать есть печенье. А потом хочу. Я даже могу и заснуть остаться. Я думала, что у меня сильная воля. Но когда я увидела розу, я помнила о нем. Я слышу его голос. На статничке. Он не пишет мне. Но я думаю, что я справлюсь, что выйдет в отца. Но я больше не могу быть одна. Он такой красивый. Похоже, я думала, что люблю одного так с этой маски. Какая ты глупая. Ты знала, что это ловушка? Ты ведь любишь его, не так ли? Ничего не? Я помню. Однажды ты рисковала жизнью, чтобы спасти свою любовь. Чудеса не повторяются. Верни мне Мамору! Какие у нее глаза, наполнены гневом и печалью. Какие у тебя отношения с Мамору? Береги ее. Говорю тебе, как друг другу. Я понял. Пока, куколка. Мамору, как у тебя дела? Мамору, почему ты не отвечаешь?